Погнали, чувак. Всем, ребята, привет. Мы сейчас будем с Эдманом проходить вдвоем ту миссию, которую я не смог пройти в прошлый раз. Блин, нифига прям со всех сторон на башне шмаляют. Так. Откуда? Отдыхаю. Че, еще кто прилетит? Все.
Блин, все, у меня патрон. Ай! Патрон кончается. Ну блин, в голову не надо стрелять. Ну, в голову не надо стрелять, я понял. Эти меньше будут вылетать. Получил талант. Блин, у меня охренеть, блин, эти кончились патроны. А вот патроны появились. Да, у чувака там здоровья-то мало остается, смотри. А, хоп, поправил здоровье. Опа. Откуда? У меня патроны кончились. Не зеваем! Враги могут быть рядом! Отлично. И где он там стреляет, блин? Ничего, пуль надо. Отлично. Его мы завалили.
чё, заходим? Давай, заходи, чувачок. О, контрольная точка есть. Так. Я думаю, телепортироваться не будем. Или что, хочешь телепортнуться, что ли? Нет? Ну и все. Мы побежали дальше, чувак. Ага. Чё, у нас сейчас бой будет? Так. Он меня покинул. Окей, давайте я попробую один зайти, посмотрим, сейчас что будет. Охренеть. Так, ему... Эх, нихера себе. Я его, конечно, одолею. Ой! Сейчас он... Кажется, у меня проблемы. Ну, давай еще перезаряжаемся под воду. Все, понятно. Этого чувачка я в следующий раз буду одолевать, я понял его как. У меня появился какой-то ключ в прошлой катке, мне надо понять, куда его надо, кому надо его. Как дела? Железо мне оно вообще не надо. До встречи.
Да отстань ты от меня со своей болтовней. Что-то нужно? Что тебе нужно? Так, сапоги лучше. Береги себя. Броню прокачал. Убьешь одного сорняка, так идет другой. О, откуда они прут? Нужен запасной план. Я просто пытаюсь не путаться под ногами. Если вдруг пули закончатся. Да? Я стараюсь о них не думать. Да? Я стараюсь о них не думать. Осторожнее там. Говорят, ты из-за моря? Не верю я в эти байки. В рот. Эй, бродяга. Заглядывай к Эйс, у нее всегда есть что-нибудь новенькое. Только представь. Эйс говорит, что посреди города появилась башня. Довелось ее увидеть. Интересно же. Я отвечаю за безопасность. Да, я молод. Но командир не доверила бы мне работу, с которой мне не справиться. Мы постоянно тренируемся. Я готов ко всему. Да, да. Командир Форд нашла меня у ворот, когда мне было всего несколько месяцев. Все не так уж плохо, если не выходить наружу. Хорошие люди и... Ну и в целом сносная еда. Крепкие стены. Я не бывал в городе, но Эйс рассказывала об ужасах снаружи. Я рад, что вырос здесь и буду отплачивать людям за их доброту. Надеюсь, Уоллесу здесь нравится. Трудно ему будет без Марка. Я за ним присмотрю. О, она отличный лидер. Научила меня всему. Я не знал родителей. Меня растили эти люди. А Форд... Она стала моей наставницей. Она строга, как любой, кто принимает трудные решения. Думаю, я мог бы затащить Марка внутрь, не впустив корень, но... Но она отдала приказ. Это не обсуждается. Я знаю, что он... Ну, основал блок 13. И закрыл ворота, чтобы защитить людей от корня. Но... Командир Форд не любит, когда о нем вспоминают. Основатель для местных людей, как герой. И командир Форд... Ну, сердится каждый раз, когда кто-то говорит об основателе. Эй, береги себя. Я слышал, наша командирша не первая из Фордов тут. Ну, эй, ну. Просто не создавай проблем. Ненавижу этот курятник. Сколько бы глупых шуток я не выдала. Но наружу не выйду. Лишь я знаю, никогда что не творится улыбается. На самом деле. Так, надо к Форду еще подняться. С ней поболтать. Я благодарна вам за труды. Эта тварь долгое время досаждала нам. Теперь будет легче выбираться за припасами. Понятно. Понятно, понятно, ладно. Куда же этот ключ может вставляться? Сходим на нижние блоки, посмотрим. А. Корневой энд убит. Ура! Ладно, помогу, чем смогу. А Беллин? Отличный лидер. Внучка основателя. Не раз нас спасала. Она не признает, но с ней многое стало лучше. Ну, о Реджи многого не скажешь. Моя история типична. Потеря, голод, страх. Судьба привела меня сюда. В последний оплот доброты и света. До этого жизнь была похожа на блуждание в тумане.
Нужно еще что? Только лучше. Тяжелая вода. Ее купим. Этого купим. Этого. Этих штучек купим. Ну и, наверное... А, у меня же коробка с боеприпасами есть, если что. Удачного пути. Так, 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 так. Рад тебя видеть. Сейчас еще разок посмотрим, проверим. Там нечего ловить. Может быть, ключик вот отсюда? Хотя я не уверен. Понятно. Это вообще какой-то кинжал. Скорее всего, вообще не отсюда. Он, походу, не отсюда, этот кинжал. Ладно, поднимаемся наверх. Выносливость он, блин, прокачивал еще. Он дольше уже бегает. Все дольше и дольше. Прикольно. Всем советую выносливость прокачивать, если что. Здравствуй. Так, а может она мне что-нибудь подскажет по поводу этого клинка? Вестник снова здесь. Спрашивай. Это лишь слабые, но воспоминания гаснут. Хорошо. До встречи. Ничего интересного.